Здравствуйте, дорогие друзья! Чем полезен инжир? Мы хорошо знаем, что сахар наносит большой вред организму, поэтому диетологи рекомендуют отказаться от него или ограничить. Чтобы же совсем не лишать себя удовольствия, ищут разные альтернативы сахару. Например, одна из самых популярных – это инжир. Этот фрукт не только очень сладкий, но и богат большим числом полезных веществ. Какая польза инжира? Инжир содержит много меди, которая необходима для правильного протекания многих процессов в организме. Она необходима для нормализации обмена веществ, образования новых красных кровяных телец или эритроцитов, функционирования нервных стволов и соединительной ткани. Сладкий фрукт очень богат витамином В6, который помогает организму расщеплять белки на аминокислоты, получать из них энергию, играет важную роль в здоровье нервной системы и способен замедлять процессы старения. В вопросе сохранения молодости помогут антиоксиданты, которыми богат инжир. Они защищают клетки организма от повреждений свободными радикалами, предотвращают появление морщин и пигментных пятен. Регулярное употребление инжира полезно для здоровья сердечно-сосудистой системы. Исследования установили связь между употреблением инжира и снижением уровня плохого холестерина. Фрукт богат витамином К, который укрепляет стенки кровеносных сосудов, препятствует их кальцификации и обеспечивает профилактику тромбозов. Поскольку фрукт очень богат клетчаткой, он играет важную роль в здоровье желудочно-кишечного тракта, к тому же. Он улучшает перистальтику кишечника, стимулирует пищеварение, обеспечивает профилактику некоторых заболеваний пищеварительной системы. В инжире очень много разных витаминов, микроэлементов. Концентрация их значительно повысится, если фрукт высушить. Однако в этом случае концентрация сахара и калорийность фрукта вырастет в 5 раз. Поэтому специалисты рекомендуют все же употреблять свежий. Возможный вред. Вредных свойств у инжира практически нет. Но с ним все-таки надо быть осторожнее. Во-первых, фрукт, особенно в сушеном виде, как мы сказали, содержит приличное количество сахара, что может спровоцировать резкие скачки глюкозы в крови и в перспективе повысить риск заболеваний сахарным диабетом второго типа. А вот листья инжира, из которых заваривают чай, наоборот, показали себя как отличное средство для контроля сахара в крови. Кроме этого, инжир, как любой другой продукт, может вызвать сильные аллергические реакции из-за сахара и фруктовых кислот в составе. Если вы вдруг никогда его не ели, а тут решили попробовать, ограничьтесь небольшим количеством и посмотрите, как реагирует ваш организм. На сегодня все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на канал, и все будет хорошо.